Эй, hey, всем привет, меня зовут Ник, мы с вами продолжаем играть в Fear. Extraction Point, это самое главное, я почему-то забываю. Я думал, он нас ранить может. Ну да ладно, что-то с пулеметом все хорошо, мне понравился. Надеюсь, я свое творение не уничтожу. Ложись-ка. Ай. Фига здесь 5 развилок. Нача, козел. Оу, сори. Оу. Надо ко мне базуку достать. Давайте место дробовика. Ой, наоборот. Оу, воу, воу. Нас схвати. Что-то я какой-то рассеянный, не знаю. Так, а что у нас было там внизу? Ну, точнее, в этом проходе. Оу. О, мы пришли к самому началу, только уже с другой стороны. Надеюсь, нас никто не собьет. Ой, труп скинули. Здорово вам всем. Шутникам, пранкерам. Задолбали эти бутылки. Вот вообще. И все. Я в больнице. Ура, ей! Круто! Давайте порадуемся за нее. Они умерли. Они все умерли. Блин, вот это я рано что-то обрадовался. О, Альма, здорово. Ты куда исчезла? О, это Нирвана? Они знают о тебе. Будь осторожен. Я такая знаменитость вообще-то, если ты не в курсе была. Так, судя по всему, нужно как-то здесь проплыть. А нет. Иха. А, я уже думал, это вот ласт здесь можно залезть. Поплыли! Иху! Так, и куда мы прибыли? Что у нас здесь, а? О! 140 уже. Я чувствую, что после больницы будет еще 4-5 миссий, и на этом весь Fear Extraction Point закончится. Оу! О, смотрите-ка. Смотрите-ка, как прикольно. Может, вентиль покрутить? О, норм тема. Ниха. Я думал, это как в PUBG сработает, там такой баг бывает. Так, что у нас здесь? Хы-хы, никого. А там кто? Тоже никого. А здесь кто? Здесь кто-то будет? Нет, никого. Тогда здесь кто-то будет. Чувствуете? Это тишина. Всё, а что у него за оружие было? Фига себе, это что за бластер? Он уже нравится. А сколько он интересно хп снимает? Оу!
Огонь. Вернулись, прием. Их больше нет. Он их прикончил. Как это здесь было? 15 и 25. Что-то как-то слабоватенько. Я думал, здесь опять этот робот сумасшедший. И поехали. Так. Ждем неприятностей. Сломанные мосты. А, и горят мосты это. Я уеду жить в Лондон. Слишком много лагов у меня в голове. Гранаты. Все? Так легко и просто? Я уж было думал, банда какая-то собралась. Даже ХП не потратил, это удивительно. Объект приближается. А чувствую, надо бежать. Или уже все не установят, не взорвут. Окей. Я ждал взрыв. Что там реально все подорвал, я прям уже горю в пламени, меня раскромсало по всем частям. Оу. Со всей стороны. Ой, бежит. Приколист. Где взрывы, где эффекты? Вообще не понимаю. Это выход, да? Ой, кого, куда? Что-то я сквозь него пробитие сделал. Турникеты для слабаков. Фу ты! Заперто! Я не знал, что это ты. Знаешь, а ты ведь мне должен. Без меня ты бы не выбрался из источника. Понимаешь, да? А, толстяк, здорово! Сейчас схожу и открою дверь. Да, конечно. Берешь меня с собой. Оооо! От пулемета, а? Охо-хо-хо-хо, вот это... Замет? Не, подожди. Я хочу глаз мелочким свет. Почему я так это и ждал? Спрятался там. Какой он, юморной парень. Ой, его встреча, это просто что-то с чем-то. Я думал, он умер. Я немного, вот столечко надеялся, что он выживет каким-то магическим образом, и это свершилось. Заходи, дорогой, пулеметы, гранатометы, все дам. О, какие-то скримеры, нужно сваливать отсюда. А ведь ты мне должен. Да, все я могу. Все мои полномочия, как бы на этом все. Ау! Оу! Все, вали в жопу, парень. На тебя. Так, изи. Я даже как-то удивлен. Толстяк, это одна из тех вещей, которые не меняются в эфире. Старый добрый толстяк.
Дайте мне какое-нибудь другое оружие. Вместо бластера вот этого сраного. И опять те самые 25 патронов. Куда мы вообще идем? Опять зарады везде установлены. Так. А что у нас в принципе здесь? А, здесь закрыто было все время. Чего они так нас и не решаются взорваться? Они что за приколисты вообще? Он умер? Это кто был? Это этот, который с непробиваемой броней? Я что-то не заметил. Что-то его как-то легко замочил. О-о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 -
Неужели его так легко было замочить? О, опять ништяки. Сколько аптечек, я поражаюсь вам. Ой, что это было? Кто-то маслину поймал, похоже. Как они хотят. Да блин, опять нас выкидывает, да ё-моё! Слишком много отбрасываний, это уже, это по-моему пародия на момент, на второй миссии по-моему он был или на третьей. Чтобы остановить вас, клоны произвели мощный взрыв. В результате вы оказались на автостоянке неподалеку от больницы. Задачи, покиньте автостоянку и пройдите в больницу. Клоны повсюду. Они захватили город. Вали отсюда в жопу, правильно, молодец. Правильно поступал. Оу, воу. Ладно, давайте закончим. Он что, взорвался, что ли? Нас, по-моему, кто-то туда вообще выкинуло. А не сюда. Это чересчур. С вами был Ник, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте, в Твиттер, на Довинтар подписывайтесь. И всех, кто только можно. Всем удачи, всем пока.